Всем привет! Сегодня мы поговорим про косметику, о моих последних покупках. Ну, это, знаете, такие проверенные старички мои, новиночки старички, что я покупала в очередной раз, чтобы у меня было в запасе, что-то закончилось, но есть и новинки. Давайте я про туши сразу скажу, про декоративку, потом потихоньку к уходу идем. Две у меня туши появилось. Кабаре, премьер. Недавно я его рекламу в интернете видела. Легендарная тушь. Знаете, я чуть поначалу она мне нормально была, когда-то, много лет назад еще, да, это уже далеко у меня не первая. Но сейчас я просто убеждаюсь, что на Нанолюкс вообще не похожа. Ну, не очень. Я никогда больше ее не куплю. Не знаю, что там легендарного, с чем ее сравнивать, что называть, что она такая суперкрутая. Ничего там такого нет. Первое, ты не обсирала его какое-то? Давайте договоримся. Кому нравится, я рада. Моим, назовем так, моим ресницам не подходит. Мне подходят туши удлиняющие и объемные, желательно. Потому что у меня ресницы свои длинные. Если там побольше туши, то они прям супер смотрятся, веером такие. Когда тушь не объемная, просто удлиняющая без объема, ну, такое себе. Мне не сильно там что-то удлиняется. Здесь можно сказать, что она удлиняющая, потому что у нее здесь силиконовая кисточка лысая, но... Ну, здесь написано Artistic Volume Mascara. Не удлиняющая, а Volume для объема. Так что я поэтому и критикую, что написано одно Volume, но это нифига не Volume никакой. Лысоватые ресницы остаются. Больно колется щеточка, если честно. Если прям ты хочешь от корней, да, подойти. Короче говоря, я не очень довольна ею, потому что еще она в итоге вот таким серым под глазами, она не осыпается, но серая такая краска какая-то, серая синяк прям под глазами. Мне муж просто на днях сказал, что у тебя, говорит, под глазом синяк какой-то, что это такое? А я смотрю, то она не печатается, а просто синева какая-то, короче, грязь под глазами остается буквально через 2-3 часа. Если в жарком климате, то она вообще прям быстро потечет. В общем, короче, я и не очень довольна. И эффект такой себе. Это ни разу не Volume никакой. Я больше не куплю. Покупала почему когда-то. Не коричневые были, черные такие. Не знаю. Подверглась общественному мнению, что типа клево, надо брать. А вот то, что я купила про запас, моя заканчивается. Это, как всегда, просто в очередной раз покажу. Это Lancome Gypnos Doll Eye 0.11 Noir Intense, не водостойкая, а обычная тушь от Lancome. Вот моя любимая вот эта. Так, она изогнута, щеточка нет. Не буду открывать, потому что она новая, мне такая же там еще заканчивается. Одно мне не нравится, они быстро высыхают, мне хватает на 3 месяца примерно туши. Раньше мне хватало на полгода, когда я жила в России. Я думаю, что из-за климата еще и в летнее время она высыхает быстрее. Здесь в Турции климат жарче, как-то больше воздух горячий попадает в упаковку, она быстрее сохнет. Зимой, кстати, мне как-то подольше хватает. Я вот это очень реально оценила, потому что я всегда на одной. То есть не меняется ни формула, ни тушь. Всегда одним и тем же пользуюсь, поэтому я заметила разницу. Зимой мне хватает подольше, летом быстрее засыхает. Так что пришлось купить еще одну. Последнюю из декоративки купила... мой любимый консилер все-таки от Huda Beauty, Fox Filter Concealer. Еще хочу купить их тональный крем Fox Filter стойкий. Это лучший консилер, лучше, чем Tarte крем этот Tape Shape. Я его тоже покупала, но теперь есть у нас в Sephora турецкой. Это лучше, чем. Тут быстрее течет, менее стойкий, чем вот это. Это просто самое стойкое средство, которое я когда-либо встречала. Очень большой выбор оттенков. Почему я его заказала? Здесь у меня цвет Honey 1.7B. Здесь 9 мл. При хорошее наполнение немало, да, его. Очень жидкий, очень пигментированный. Даже в любую жару, в любую погоду хорошо прилепляется. Не делает каких-то потом пудрой сверху. Вообще идеально фиксируется. Пудра на него хорошо фиксируется. И не делает никаких пирогов, складок потом, чтобы куда-то что-то ерзало, уходило. Вот намазала все. И порой даже трудно смыть без макияжного средства для снятия макияжа. От воды даже он резистентный, вода отталкивается. Ну, например, иногда что-то могу вот тут синячки подмазать или там иду на пляж, ну, в течение дня там где-то на природе что-то нахожусь, где жара, да, и чуть-чуть там на пляж, на воду. То есть у меня все равно до вечера с водой, соленой, с пляжа она не смывается, этот консилер. Это мой просчет. Я купила, до этого у меня был йогурт дропс оттенок, он очень-очень светлый, бежевый, белый, прям чисто вот на мою холодную зимнюю кожу, то есть не загорелую вообще, он подходит. Ну, даже зимой для меня он светловатый. Короче говоря,
Накидала в корзину несколько оттенков, думала, какой купить. В итоге выбрала самый светлый. Почему-то домой, когда он мне пришел, я разочаровалась, потому что надо было на 2 тона темнее покупать. Вот этот оттенок. Он мне будет на зиму в самый раз, а на лето я, короче... Он, видите, он даже сейчас светлый. На зиму самое то. Суперский оттенок. Ой, блин, бархатный, приятный. Вообще суперское средство. Что я подумываю, когда буду покупать их тональный и заказать еще один консилер. Будет у меня их 3. У меня есть капельки затемняющие. Я могу, в принципе, капать. Но и вот этим возиться не хочется. Крем для тела купила от The Body Shop. Называется Body Lotion Almond Milk. Типа 72 часа softening moisturizing. Oh my god. Это неправда. Это классный крем для тела. Очень-очень жидкий. Очень-очень нежирный, не питательный вообще. Но... Я вообще, в принципе, люблю любые ароматы про элмонд, про бадем, про миндаль. О, вспомнила. Обычный. Видите, ничего особенного. Чем он мне нравится? Нет никакой липкости, нет никакой такой структуры тянущейся в катышки, ни в какие потом по коже не ерзает. То есть он такой легкий, не липнет, намазала и пошла. Но не супер питательный, обычный body lotion. Как бы крем для тела, молочко, это реальное молочко для тела. Из похожего у меня был тоже из серии с элмондом, с миндалем, у L'Occitane, который с пипеткой, в смысле в бутылочке, так вчук-вчук-вчук нажимаешь, он оттуда вылетает, выплевывается. Запах отличается, конечно, консистенция один в один 100%, но только разница. Этот, наверное, в 2 раза дешевле, или в 3 даже, я не помню цену, короче говоря, к сожалению. Но когда я покупала, он что-то в голове отложилось. Я подумала, просто я его случайно зашла что-то в бодишоп, он у меня прямо у входа в ТЦ, и всегда на глазах мелькает. Думаю, ну, пойду посмотрю, может, что-нибудь купить, какой-нибудь боди-баттер, там, пятки мазать летом условно, да, стопы, когда сохнут, открытая обувь, сандали всякие. И мне вот это на глаза попало, думаю, ой, серия у них появилась с миндалем, она, кстати, раньше, кажется, была. И такая, раз, попробовать, ой, неплохой. И мне сразу ассоциация была с моим из L'Occitane. Я в нем разочаровалась, именно body lotion не советую. Запах приятный, прекрасный, и все. Остальное ничего толком не делает. Точно такой же, как этот. Ну зачем платить в 2-3 раза больше, если это выполняет точно так же эту работу? Пахнет не так же, конечно, шикарно, круто, но не супер там как-то хуже, не супер разница большая. То есть тоже вкусненько, приятно. На лето так самое то. Вообще супер, почему я купила, когда я иду в тренажерный зал, в спортклуб. И там у меня есть бассейн, например, или я вообще, в принципе, побыла на солнце, позагорала и как бы принимаю душ. То есть, когда после солнца, вот на кожу после солнца душ, надо чем-то смазать обычно в жару такую. Вот это супер, не липнет, не катается, у меня всегда в сумке. Такой, правда, большой, конечно, формат, но ничего. В пляжной сумке, в сумке для спорта, у меня везде, короче, валяется этот крем суперский. Неплохо, присмотритесь. На лето самое то. На зиму вообще это увлажнение, питание, это будет мало, конечно. Вообще даже не рассматривается. Только на лето. И последние 2 вещи, но немаловажные. Это у нас серия Heart of Glass от Davinos. Для волос шампунь и кондиционер. Рич кондиционер, пардон, богатый кондиционер. Что-то я его принизила. Ну, типа, как маска он вообще считается. Для начала вообще про марку Davinos. Это стала моя любимая марка для волос. Мне очень много нравится. Я уже много чего попробовала, различные направления. Я, конечно, выбираю под свой тип волос, и мне практически все подходит под мой тип волос, что там у них есть. Поэтому, если мы выбираем вот на данный момент, я не знаю, что купить, но хочу, чтобы волосам было хорошо, я покупаю Davinos. Следующее. Стоят ли они своих денег? У меня есть такое ощущение, что ценник немножко завышен, честно говоря. Вот из-за вот этих неудобных банок, крышек, сейчас расскажу. Я тоже считаю, что можно было получше с помпой такое что-то сделать. Почему? Да, там классные натуральные составы. Да, средства работают, но по миллилитрам у них маленькие баночки. По 250 все, как бы. Ну, это ненадолго, 2 месяца пора, у меня где-то примерно 3 даже не протянется. Да, есть упаковки побольше, там, 700 миллилитров или литр, но только шампунь, например, а бальзамов больших нет. Ну, короче говоря, и бальзам, ну,
Короче, маленькая упаковка. Если мы перекладываем на граммы, я считаю, что это дороговато. Или если бы у них были побольше упаковки и там как-то повыгоднее, я бы их сразу покупала, что это волосы съедают, прекрасно они выглядят, мне все очень нравится. Но так маленькими пипильками этими покупать, дозировать, я считаю, что это не супер выгодно и как бы, ну, такое себе. И банок много вот этих всяких перерабатывать потом в природу. Так что если мы выбираем Kérastase или Davinos, я 100% выбираю Davinos. Kérastase неплохой, суперский, Davinos лучше, именно для меня. Что за серия? Для блонда здесь немножко подсиненный шампунь. Там, видите, наверное, не увидите. Ну окей, в банке это с бальзамом будет видно. Шампунь хорошо, скажем так, пенится прекрасно. Вот это мне крышка не нравится, когда у тебя мыльные руки, блин, целый геморрой, короче, вылетает отсюда очень много шампуня, поэтому с пипеткой, с помпой было бы лучше. Конечно, вы скажете, ну прикрути свою, ну блин, вот этим тоже колупаться, простите, за такие деньги, какие-то еще помпы покупать или их куда-то прикручивать, мне не хочется. Вот честно, я купила, поставила, хочу пользоваться и получать удовольствие, не хочу какие-то пляски, блин, танцы выворачиваться вокруг этой банки, чтобы мне ее как-то придраконить и ею пользоваться. Короче, я хочу, чтобы сразу комфортно было, потому что они не продуманы, вся эта история. Короче, шампунь хороший, волосы мягкие, синеву супер, кстати, не делает, желтизну, да, нейтрализует, но так же, как и все остальные какие-то шампуни. Отзывы, по которым я покупала, вау, о май гад. Я знаю, что они не покупают блогеров-инфлюенсеров, они дают бесплатно потестить, если у тебя есть желание, можешь об этом людям рассказать. Поэтому отзывы очень хорошие в интернете, потому что она реально работает, да, не купленные, искренние, очень этим отзывам хочется верить, потому что они не покупные. Ну так, типа, от блондинок про эту серию, это сказка для волос, это самое лучшее, это творит чудеса, чудес не творит, но такое же качественное, хорошее, как и все остальное у Davinos. Почему чудес не творит? Потому что просто на уровне обычном, то есть не хуже всего остального, что у них есть. То есть так могут сказать люди, которые не пробовали других средств от Davinos, они все у них хорошие, просто здесь немножко с голубым таким эффектом. Но волосы прям не синит, проблем с этим. Ну и супержелтизну, честно скажу, не убирает он. Ну давайте будем честны. Ну просто такой чуть-чуть фиолетовый шампунчик. Не дело в нем не в цвете, а в том, как он ухаживает за сухими, обесцвеченными волосами. Он их делает шелковыми, мягкими, они переливаются. Вот у меня волосы после него становятся, как в рекламе, блестящие. Тут не обращайте внимания, когда я вам снимаю видео, это моя голова вообще не первого дня помытости, честно говорю, да? Сразу вам. Но когда ты только им волосы помоешь, они как в рекламе переливаются шелковисто. Вот этот уход, да, это делает. Ну и другие средства нехорошие делают. Что касаемо кондиционера. Классно. Хороший Rich кондиционер, ну, короче, типа маска. У него и банка, как у маски. Вот, видите оттенок какой? Шампунь такого же оттенка. Неудобная вообще, особенно с длинными ногтями. Это что, вот так подковыривать, все остается под ногтями. Палец вот так запихивать, ну, простите, я уже дальше не могу. Там уже нормально. Ложечку какую-то мне придется завести или шпатель. У меня есть кисточка-шпатель для косметики, маски накладывать, буду ей выковыривать. Это неудобно. Средство хорошее, прикольное. Волосы тоже супер синими, там не остаются, не переживайте, нейтрализует что-то чуть-чуть. В общем, нормально смываешь синевы, там никакой фиолетовости на волосах нет. Классно ухаживает за всем. Это маска, она даже густая, видите, это не супер кондиционер. В летний период вообще супер заботятся. Они именно увлажняют, напитывают, делают волосы обезвоженные, окрашенные, блондинистые, шелковистыми. Если у вас натуральный светлый цвет волос, скорее всего, вам настолько питать, ухаживать за волосами не понадобится. Это утяжелит, скорее всего. Возьмите просто другую какую-то линейку у Davinos, например, для тонких волос, там, для вьющихся, там, еще каких-то, для окрашенных. Это для... скажем так, окрашенных, но склонных к тусклости, пострадавших волос, но блондинистых, поэтому синева здесь есть. Но средство хорошее, с удовольствием допользуюсь, и если что, всегда могу вернуться к этой линейке, я в ней не разочаруюсь. Мне очень нравится, приятно этим пользоваться. Вот такие у меня отзывы на косметику, на мои покупки. Что у вас новенького есть, пишите в комментариях, может что-то посмотрю, или какие-то новинки в косметике, я с удовольствием на всякие отзывы. Если кому-то есть что-то хорошее порекомендовать, вот такое же, что-нибудь классное, не только для волос, а вообще там уходовое, я всегда прислушиваюсь, очень жду. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока.